виртуозное творческое путешествие в апреле 2019 года. Итак, поехали! Я всех приветствую в Гамбурге еще раз. Можете поприветствовать друг друга. Юные ученики школы приняли участие в 6-м международном конкурсе фестиваля «Культур фестиваль Фюкиндер». На протяжении 2 дней велись прослушивания по классам фортепиано, скрипки, флейты, вокала и гитары. Среди участников были и наши ребята, которые достойно себя показали и были награждены медалями «Голд», «Сильвер» и «Бронза». Все участники поездки выступили на различных площадках Гамбурга. Ансамбль «Флют Виртуозус» – это молодой ансамбль. Формироваться он начал с 2016 года. Руководитель ансамбля – прекрасный и талантливый педагог Анна Махова. Под ее чутким руководством ансамбль уже неоднократно выступал на самых различных площадках города Москвы. В репертуаре ансамбля современные классические произведения. Они с удовольствием откликнулись на предложение Гамбурга принять участие в музыкальном фестивале. Камерный оркестр музыкальной школы «Виртуозы» — это просто чудесные ребята. Руководитель оркестра — Рогова Людмила Георгиевна. Оркестранты — это музыканты-любители. Среди них — врачи и инженеры, юристы и адвокаты. И все они стремятся к прекрасному. И так ценят и почитают своего руководителя Людмилу Рогову, что готовы поехать за ней хоть на край света. На гала-концерте фестиваля прозвучал тройной концерт Баха. Его исполнили педагоги и ученики нашей школы, солировали представители Испании, Германии и России. Педагоги-виртуозы Татьяна Молчанова, Людмила Рогова, Анастасия Пупко. Спасибо вам за ваши музыкальные подарки. Не нашлось дела и без экскурсий. Церковь Святого Михаила. В ней находится 5 действующих органов. 4 из них расположены в основной части церкви. А 5-й же отличается своими малыми размерами и находится он в крипте храма. Наш экскурсовод, узнав, что мы музыканты, не смог устоять и показал нам внутреннее строение органа. А это филармония Гамбурга, одно из самых современных зданий города. Она была введена в эксплуатацию в 2017 году и построена на месте самых больших портовых складов. А также мы посетили музейный комплекс, который посвящен композиторам, жившим и работавшим в Гамбурге. Брамс, Тельман, Карл Филипп Эммануэль Бах, Мендельсон, Малер, Хосе. Прогуливаясь по городу, мы получили огромное эстетическое удовольствие от разнообразия архитектуры и красот городских ландшафтов. Чувство радости и счастья преследовали нас на протяжении всей поездки. Благодарственные письма и множество положительных отзывов венчали наше музыкальное путешествие.